Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних управления МВД по Одинцовскому городскому округу совместно с представителями молодежного центра и общественного совета при управлении провели профилактический рейд по выявлению фактов продажи табачной или никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Комиссия провела беседы с сотрудниками торговых точек о недопустимости продажи табака детям и подросткам. Кроме того, предпринимателям напомнили о предусмотренной за это административной и уголовной ответственности.